Приветствую на канале, друзья. С вами Белогор. Сегодня мы с вами зачитаем очередную главу из книги Эрика Дубея «Плоская земля. Скрываемая правда». Самолюминесцентная полупрозрачная луна. НАСА и современная астрономия утверждают, что луна представляет собой твердое шаровидное тело, похожие на Землю, куда человек на самом деле летал и по которой ходил. Они утверждают, что Луна является нелюминесцентным планетоидом, который принимает и отражает весь свет от Солнца. Реальность такова, что Луна не является твердым телом. Оно явно круглое, но не шарообразное. И ни в какой мере не является похожим на Землю планетоидом, на который люди могли бы ступить. На самом деле Луна в значительной степени прозрачна и светит полностью самостоятельно своим собственным уникальным светом. Свет Солнца золотой, теплый, сухой, консервирующий и обеззараживающий, в то время как свет Луны серебристого цвета, прохладный, влажный, вызывающий гниль и способствующий заражению. Лучи Солнца уменьшают горение костра, в то время как лучи Луны увеличивают горение. Растительные и животные вещества под воздействием солнечного света быстро сохнут, сжимаются, сворачиваются и теряют тенденцию разлагаться и гнить. Виноград и другие фрукты становятся твердыми, частично засахариваются, частично консервируются, как, например, изюм, финики, чернослив, мясо животных. Уменьшается, теряет свои летучие газообразные составляющие, становится твердым, сухим, медленно разлагается. Однако при воздействии лунного света растительные и животные вещества имеют тенденции показывать признаки гниения и распада. Под прямыми солнечными лучами термометр будет показывать больше градусов, чем другой термометр, помещенный в тени. Но под прямыми лучами лунного света термометр будет показывать меньше, чем другой, помещенный в тени. Если собрать свет Солнца в большой линзе в точку фокусировки, то это может создать большое количество тепла, в то время как свет Луны, сфокусированный также, не создает тепла. В медицинском журнале Lancet от 14 марта 1856 года приведены отчеты о нескольких экспериментах, доказывающих, что сконцентрированные лунные лучи на самом деле могут снизить температуру на термометре более чем на 8 градусов. Начало цитаты. Свет Солнца, сконцентрированный несколькими плоскими или вогнутыми зеркалами, собирает свет в одну точку, и при помощи больших зажигательных линз он формирует черный или несвечащийся фокус, в котором тепло настолько интенсивно, что металлические и щелочные вещества быстро плавятся. Земляные и минеральные соединения почти немедленно превращаются в стекло. Все животные и растительные структуры в течение нескольких секунд разлагаются, сжигаются и уничтожаются. Свет Луны, сконцентрированный в описанном выше порядке, формирует блестящий и светящийся фокус, так что трудно на него смотреть, не вызывая, однако, повышения температур. В фокусе солнечного света присутствует сильный жар, но нет света. В фокусе Луны есть много света, но нет тепла. Доктор Сэмюэль Роуботом, ищущий астрономия. Земля не является шаром. Начало цитаты. Свет, который отражается, обязательно должен обладать теми же свойствами, которые имеет источник отражения. Но свет Луны совершенно отличается от света Солнца. Поэтому свет Луны не отражается от Солнца. Свет Солнца красный и горячий, а Луны бледный и холодный. Солнечный свет сушит и сохраняет некоторые виды рыбы и фруктов для пищи, таких как треска и виноград, а свет Луны способствует гниению. Свет Солнца часто приглушает горение углей, в то время как лунный свет заставляет их гореть ярче. Лучи Солнца, сфокусированные через зажигательное стекло, воспламеняют дерево и даже плавят металлы, в то время как лучи Луны, сконцентрированные до самой сильной степени, не проявляют ни малейших признаков тепла. Я сам долго думал, что свет Луны электрически, но так как бы то ни было, даже школьник может почувствовать, что его свет полностью отличен от света Солнца. Дэвид Уолдроу Скотт, Терра Фирма. Так
Солнечный и лунный свет, очевидно, имеют совершенно разные свойства, и кроме того, сама Луна не может физически иметь шарообразное тело и отражать свет Солнца. Отражатели должны быть плоскими или вогнутыми, чтобы лучи имели какой-либо угол падения. Если отражающие поверхности являются выпуклыми, то каждый луч света будет указывать в одном направлении с радиусом, перпендикулярным к поверхности, в результате чего отражения не будет. Начало цитаты. Опять же, если Луна является сферой, как считается, то как ее поверхность может отражать свет Солнца? Если ее поверхность была бы массой полированного серебра, свет бы не отразился более чем от незначительной точки. Установите посеребренный стеклянный шарик или шар значительных размеров перед лампой или огнем любого размера. Будет видно, что вместо всей поверхности отраженного света будет светиться только очень маленькая часть. Но вся поверхность Луны ярко светится. Если она является сферой, то такое свойство или эффект совершенно невозможный. Доктор Сэмюэль Роуботл. Библия также подтверждает, что Луна является самоосвещаемой, а не просто отражает солнечный свет. В Бытие 1.16 говорится: «Бог создал два великих светила. Большое светило для управления днем и светило меньшее для управления ночью». Мало того, что Луна определенно светит самостоятельно своим собственным уникальным светом, она в значительной степени прозрачна. НАСА утверждает, манипулируя своими фото, что Луна темный и шарообразный планетоид, как показано на рисунке слева. Но своими собственными глазами или через телескоп мы можем увидеть, что на самом деле она яркое, круглое, полупрозрачное светило, как показано справа. В ясную ночь во время цикла роста или убывания месяца порой можно увидеть звезды и планеты непосредственно через поверхность Луны. 7 марта 1794 года 4 астронома, 3 в Норвиче и 1 в Лондоне, писали в философские образы Королевского астрономического общества, что они видели звезду на темной части Луны, которая тогда еще не достигла первой четверти. Из приведенных утверждений следует, что звезда должна была появиться гораздо выше над диском. Сэром Джеймс Соуф из Королевской обсерватории в Кенсингтоне писал в письме к газете «Таймс» 7 апреля 1848 года. Начало цитаты. «15 марта 1848 года был 7,5 лунный день. Я никогда не видел неосвещенный диск Луны таким красивым. Взглянув в первый раз в телескоп, я увидел звезду примерно 7 величины в нескольких градусных минутах от темного края Луны. Я видел, что это ее затенение Луной было неизбежно. Звезда, вместо того, чтобы исчезнуть в тот момент, когда край Луны вступит с ней в контакт, явно проскользнула на темное лицо Луны, как будто она была видна сквозь полупрозрачную Луну. Или как если бы звезда была между Луной и мной. Подобные очевидные проекции я видел несколько раз. Причина этого явления покрыто непроницаемой завесой тайн». Конец цитаты. В ежемесячных заметках Королевского астрономического общества за 8 июня 1860 года Томас Гонт заявил, что затенение Юпитера Луной было замечено 24 мая 1860 года. «Во время поглощения я не мог видеть темную часть Луны до момента, когда планета, казалось, касается ее, а потом только и величину диаметра планеты. Меня больше всего поразило, так это появление планеты на Луне, когда та миновала планету. Казалось, как будто планета была темным объектом, скользила по поверхности Луны, а не за ней. Это явление продолжалось, пока планета не скрылась. Тогда внезапно совсем потерял из виду темную сторону Луны. Я лично также наблюдал звезды через край растущей и убывающей Луны. Это на самом деле происходит довольно часто. Если вы усердны и специально наблюдаете за этим феноменом, то иногда звездные ночью вы можете увидеть даже невооруженным взглядом». Начало цитаты. «Во время частичного солнечного затмения контур Солнца много раз был различим через тело Луны. Но у тех, кого научили верить, что Луна представляет собой твердый непрозрачный шар, всегда готовы объяснения, часто самого противоречивого характера, не признающие простого факта полупрозрачность. Мало того, что была доказана видимость контура Солнца через сегменты, а иногда через центр Луны. Но часто в новолуние был отчетливо виден целый контур и даже несколько оттенков света на стороне, противоположной освещаемой. Другими словами, мы часто в состоянии видеть сквозь темную сторону тела
Луны. Свет, находящийся с другой стороны. Доктор Сэмюэл Роуботом, ищущий астрономии. Начало цитаты. То, что Луна не является абсолютно светонепроницаемым телом, но кристаллизированной субстанцией, доказывает тот факт, что через нее неосвещенную часть мы можем видеть свет, сияющий на другой стороне, когда она имеет лишь несколько часов, либо даже четверть. Звезды также наблюдались через ее поверхность. Джон Аткинсон, журнал «Обзор Земли». Звезда, затмевающая серп Луны, уже давно является популярным символом ислама. Была символом Османской империи, она находится на флагах Азербайджана, Алжира, Ливии, Мавритании, Малайзии, Пакистана, Сингапура, Туниса, Турции и на берегах стран Хорватии до Германии, Ирландии, Польши, Португалии, Румынии, Швеции, Украины и Соединенного Королевства. Ее происхождение берет начало тысячи лет назад в древней индуистской культуре, где ее можно отыскать в символе слова Ом, первоначальное имя всемогущего, представляющего собой союз бога Шивы и богини Шакти. Почему этот символ имеет такое широкое историческое значение? Изображение звезды, затмевающей Луну, уже является давно распространенным и значимым образом. То, что звезды и планеты были видны через Луну, это факт. Ну и по сей день НАСА, современная астрономия и мир, полный гелиоцентристов с промытыми мозгами, утверждают, что Луна представляет собой сферу, способную быть как и Земля обитаемой, на которую могут приземлиться космические корабли. Они утверждают, что Луна и Марс, если на то пошло, являются обитаемыми пустынными планетами, какими как Татуин из «Звездных войн» или Аракис из «Дюны» и другие подобные воображаемые научно-фантастическим миром. Еще задолго до постановочных приземлений на Луну Аполлона эти масонские солнцепоклонники, гелиоцентристы, начали утверждать, что Луна является твердым планетоидом с равнинами, плато, горами, долинами и кратерами. Хотя ничего подобного нельзя различить даже с использованием самых лучших телескопов. Эти фантазии зашли так далеко, что была сделана карта всего видимого диска. Все это было сделано в прямом противоречии с фактами, что любой, кто в первый раз без предварительно предвзятого ума смотрит на поверхность Луны через мощный телескоп, не знает и не в состоянии сказать, что это на самом деле. Или как сравнить его с чем-либо, что ему известно. Сравнение, которое могло быть дано, будет зависеть от состояния ума наблюдателя. Хорошо известно, что люди, глядя на грубую кору дерева, или на нерегулярные линии, или на прожилки в отдельных видах мрамора и камня, или глядя на красные угли в тусклом огне, в зависимости от степени активности их воображения, в состоянии видеть множество различных форм, даже очертания животных и человеческих лиц. Именно таким образом люди могут вообразить, что поверхность Луны разбивается на холмы, долины и другие условия, которые встречаются на Земле. Но что-либо видимое где-либо на Луне, на самом деле похожее на поверхность нашего собственного мира, полностью ложно. Доктор Сэмюэл Роуботом, ищущий астрономию. Земля не является шаром. Ну, что я, скажем так, добавлю от себя? Вообще, эта информация для меня абсолютно новая. То, что Луна является как бы автономным источником света, я об этом никогда не слышал, но понимаете, когда Луна входит в полную, скажем так, фазу полнолуния, она действительно кажется светящейся как бы изнутри. Я могу сказать, что с большой вероятностью эта информация может оказаться правдой, но мы это подтвердить как бы не можем сейчас. Ну, в книге говорится, что некоторые из людей являлись свидетелями того, что звезды были видны сквозь Луну вообще. Я лично не видел такого, и я не могу говорить об этом точно, но я склонен верить, что это может быть правдой, но у меня как бы нет доказательств этого. Ну, автор приводит такую информацию, что древний символ вот этого вот ислама и многих стран является серпом Луны с звездой, как бы. Причем видно наглядно, что звезда как бы находится за Луной, то есть она сквозь нее может быть видна. Может быть, Луна является каким-нибудь объектом таким, напоминающим такую лампу, может быть, газообразной структуры какой-нибудь непонятной. Но на Луне есть, скажем так, узор своеобразный.
Это очень интересно. Узор этот никогда не меняется. Луна к нам повернута всегда одной стороной. Ну, это сам по себе странный очень факт. Вроде же там она крутится, тыры-пыры, вот она нам объясняет. Ну, об этом мы уже говорили, но я уверен в нескольких вещах. Я уверен в том, что Луна не является очень большой. И я уверен, что она находится очень близко к нашей поверхности Земли. Но о структуре Луны именно я не могу говорить в полной мере. У меня была гипотеза о том, что Луна может быть усеченной полусферой. Но вот та информация о том, что Луна может быть автономным источником света, вот она очень правдивая, потому что свет Луны здесь объясняется, что он имеет какие-то свойства непонятные. И если бы Солнце отражалось от Луны, она имела такие же свойства света, как и прямые лучи Солнца. То есть лучи, отраженные лучи от Луны, должны иметь такое же свойство, как и лучи прямого солнечного света, по логике вещей. Но свет Луны, он иной, у него иная структура какая-то. То есть он охлаждает на самом деле. Очень интересная информация вот с этими термометрами, я об этом никогда нигде не слышал, но вот есть свидетельства людей, которые говорят о том, что свет Луны, сконцентрированный свет Луны, охлаждает предметы. Это очень интересно, и я не знаю, в древних культурах говорили, что Солнце и Луна как бы, ну, противоположностями являются. Ну, все мы же сейчас думаем, что это все так завуалировано, то есть наши древние предки, они занимались какой-то хернёй, и они сочиняли сказки всегда. Но на самом деле не так. На самом деле наши предки говорили правду как есть, а сказки сочиняем сейчас мы. Вернее, нам сочиняют эти сказки, чтобы преломить информацию, которая шла от предка. Исковеркать ее и высмеять. Но наши предки говорили, что Солнце и Луна, они являются как бы противоположностью. В Библии написано, что есть дневное светило и ночное светило. Свет Луны несет в себе какое-то непонятное какое-то явление, которое может быть не открыто еще. То есть говорят о свойствах света Луны, что он якобы там способствует разложению живых организмов. Ну, ребят, я честно не слышал никогда об этом. Но информация интересная. Мне очень понравилась лично самому вот эта глава из книги. Ну, а с вами был Белогор. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в соцсетях с вашими единомышленниками. Ставьте лайки. Всем спасибо и пока.